О, что-то получилось поймать. Желто-блакитный попугай Ара. Совершенно патриотический национальный цветоплан. Фильм «Экопарк Харьков», 7 июля 2019 года. Тут попугайчики помельче, а Ара — это самый крупный попугай в мире, насколько я знаю. Синий желтый Ара. Так все-таки не желто-блакитный. А вот это новозеландские или какие? Где их паспорт? Это он тебя передразнивает или ты его? Филиппинский кокоду. Филиппинский кокоду? Не, это, наверное, не. Ох ты, красавец! Ух ты, а как с таким носом можно жить? Это карлик нос. Балабан, это какой же балабан. Попугай. Вообще, как с этим можно жить? Сирано де Бержерак какой-то. Не, серьезно, а как он летает с ним? Или он не летающая птица? Лады, надо еще кошачьих посмотреть. Вниз может, а наверх царапается пешком. Красавец. Ну что, залетишь вверх?